Хорошо. Промазывают по рейлочке трэш, и начинается обратная инициация краски по красной команде. Юфас снова, скорее всего, умирает, там подогнает, там, возможно, догорит даже. Вот рейлочки, 2-0 рейлочки играется, 2-1 точнее. И все у нее даже хорошо очень. А Тиран Пупка в это время пытается под своей формой побегать, но получает только по жопе, его убивает Офелий. И Офелий сам, возможно, умирает дальше от канистры, и Гост Килла умрет ли от Ваечки, но Вайка нет, все-таки умирает быстрее.